Так, ну что, мы выехали из города Лотвар, и у нас остался еще один час. Еще один час вот так вот по песочкам, по грязи, по вот такой вот дикой местности, до того места, которое называется Кирио-центр, где расположена миссия Володи, где находится его племя, его родное племя, и он уже живет 4 года. Едем в машине, и Вова нам рассказывает про местные обычаи, местные традиции, которые и того, как живут вообще вот племя туркан здесь. Конечно, у них очень интересное отношение к собственности, к животным. Они просто вот, ну, такие вот какие-то примеры. Вот они могут держать огромные стада, огромное количество коз, и в итоге ни одну из этих коз они не убьют для того, чтобы их съесть. Или чтобы отправить своих детей в школу, или чтобы там какую-то медицинскую помощь оказать своим детям. То есть практически вот как бы, ну, стадо — это вот просто неприкасаемая какая-то святыня, которую нельзя вот использовать и, ну, как бы, и реализовать никак. То есть даже если, допустим, стадо там оценивается там, допустим, $10,000, никогда в жизни никто не продаст полстада для того, чтобы восполнить хоть какую-то часть из своих нужд, а все это стадо будет расти, умножаться, и самое главное, вообще непонятно, для чего оно растет и для чего оно умножается, и вообще какое предназначение для этого стада, потому как бы очень это все, очень своеобразный народ, очень своеобразное восприятие, и правда заключается в том, что цивилизация, которая пришла сюда, в Туркана, она уже тоже начинает диктовать свои правила, и в принципе племя Туркана, она начинает, ну, как бы так, разделяться уже между тем племенем, которое живет по старым стандартам, мыслит по старым стандартам, стандартами животноводства, рыболовства, там взращивание огромных стад коз, там овец, и теми туркановцами, которые размышляют, что нужно получать образование, нужно учиться, нужно развивать экономику своего города, развивать экономику своей семьи, то есть и как-то переходить на какое-то вот так не на мышление натурального хозяйства, то, конечно, чтобы понять, наверное, этих людей, вот на самом деле невозможно быть вот миссионером здесь, ну, таким приезжим миссионером, приехать сюда, что-нибудь сказать, отпроповедовать и рассчитывать о том, что это племя когда-то, оно может во что-то вырасти, измениться. Здесь нужно жить, нужно посвятить какую-то часть своей жизни или всю жизнь для того, чтобы, во-первых, это племя тебя приняло как своих, как своего человека, а во-вторых, чтобы в этом племени произошли какие-то реальные перемены, какие-то вот сдвиги в мышлении людей, восприятии людей, взглядах людей. Нужно здесь находиться постоянно. Круто.
Пол седьмого вечером мы прибыли в Кириот-центр. Вот здесь, вот так вот в пустыне разбросаны огромное количество различных вот таких маленьких домиков на очень большой территории. На самом деле они все разбросаны. Но это родной дом Вовы. Во. Наши ребятки. Микель пришел. Счастливые миссионерские встречи. Мы приехали. Вот здесь дом Вовы. Вот так вот он и выглядит, дом Вовы. Конечно, не пятизвездочный номер все-таки в Хилтоне, но слава богу, зато столько людей здесь, которые услышали про Иисуса.